И снова вместе. Яркое шоу в стиле КВН с танцевальными номерами, сценическими зарисовками показали школьники Московской области. Финал межмуниципального этапа Олимпиады по избирательному праву прошел в Большом зале Дома правительства Московской области. Состязательный дух – это то, что делает нас сильнее, учится работать плечом к плечу со своими товарищами, добиваясь общих целей. Каждый из вас сегодня получает знания не просто, чтобы получить оценку, да, в диплом, получить диплом, сдать единый государственный экзамен, а получает знания для того, чтобы сделать себя самого чуть лучше. 12 команд старшеклассников, в том числе и Щелковского района, которые прошли конкурс на отбор в своих городах, в игровой форме выполнили домашнее задание, показали видеоролик «Я иду на выборы». Еще больше интереса вызвало выступление с миниатюрами на тему «Президент России – это звучит гордо». Президент звучит гордо, президентом быть классно, я привыкаю. В этом учебном году в олимпиадном движении задействовано наибольшее за все 5 лет проведения количество старшеклассников – более 30 тысяч. Каждый внес частичку своего таланта, знаний, умений в творческий процесс проведения мероприятия. Ребята стремились показать что-то необычное. Финал Олимпиады по избирательному праву всегда яркое зрелище, наполненное танцевальными номерами, кавер-версиями песен известных исполнителей. Все это проходит в стиле КВН, очень зрелищно. Молодые люди, которые сейчас находятся в этом зале, аплодируют друг другу, у них кричалки, флажки. Все это, конечно же, настоящий праздник, праздник выборов. Диплом второй степени в финале получила команда «Молодежка» Щелковского района. Ребята уступили первенство сверстникам из Королева. В копилку наград 2 диплома третьей степени в индивидуальном первенстве принесли 10-классница Александра Гусева и 11-классник Илья Зизегов. Оба учатся в лицее номер 7. Каждый год дается разная тема. Сегодня была тема выборы президента России. Вот и сделан был на это упор, были показаны кандидаты, в общем-то этот процесс весь и так далее. Выступление финалистов оценивали представители молодежной избирательной комиссии Подмосковья, деканата факультета политики МГИМО, областной избирательной комиссии. Дарья Косова выступала за Щелковский район несколько лет назад. С тех пор название команды не поменялось, зато успешно складывается карьера у Дарьи. Она перспективная студентка, назначена в новый состав областной избирательной комиссии. Мне кажется, что с каждым годом команды и готовятся более тщательно, и показывают более высокий уровень креатива. Сильные соперники, и очень интересно смотреть на их выступления и получать удовольствие даже. Сегодняшнее выступление, оно было незабываемым, потому что много энергии было, и нам очень понравилось. Благодарственное письмо председателя Мособлизбиркома за подготовку щелковской команды на сцене вручили учителю истории и обществознания лицея Марьям Текеевой. 5-я Олимпиада совпала с выборами президента России. Многим из ребят исполнилось 18. Тот самый возраст, когда у человека появляется полное право выбора. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».